Добрый день, дорогие жители Гусинска. Вот мы хотим подать очередное обращение к Сергею Аксенову, понимаете, и поздравить с назначением нового министра строительства и архитектуры Карена Петросяна, да? Ну, с большой надеждой, что он с работой справится. Задать опрос, по каким нормам, правилам в городе Судаке делают проекты на устройство детских площадок по программам республиканским, местным, федеральным, когда все нормы нарушаются, когда площадка стоит в 2 метрах от жилого здания. Где такие нормы? Эту проблему поднимали перед властью по улице Таврической. То же самое. Никакой реакции. Наша местная власть, в интересах во главе, понимаете, с начальником ЖКХ Карапетяном Вазгеном Тукачем, меня пытаются убедить, что никаких проектов не нужно, что они так решили, они власть. Все нормы требуют, для них это не закон. Вот учитывая, что пришел новый человек на этот пост министра строительства архитектуры, прошу, значит, Сергей Валерьевич дать поручение, пускай он нам ответит, как новый человек-специалист в этих вопросах, правильно ли это или неправильно, и кто за этим должен надзирать. Потому что тут люди живут, непростые, грамотные очень, понимаете, сриты знания законов, они же возмущаться начнут завтра, и правильно, и будут настаивать о сносе этого дела. Как это будет выглядеть на глазах людей, тому, кто уже деньги затратили? У нас 4 площадки сделали, на 8 миллионов отчитались, да? Вот это одна из них, понимаете? Нельзя деньги вкладывать в песок, чтобы потом через суды и так далее, этим занимается просто прокуратура, все остальные и так далее. Обращаясь в прокуратуру, одни отписки, все, они тоже не хотят чьи-то видеть, не хотят. Идет полное покрывание вот этой работы, нарушение правил администрации. Полное покрывание. Понимаете? Спасибо за внимание.